Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с новым чрезвычайным и полномочным послом Афганистана Аманулахом Джейхуном. В ходе встречи Ильхам Алиев обратил внимание на многолетние действия армянской администрации на оккупированных территориях. «Наши города и села разрушены, исторические памятники сравняли с землей, а культурные памятники уничтожены. Наши мечети либо разрушены, либо использовались как хлев для содержания скота». Этим они оскорбили чувства не только азербайджанцев, но и мусульман всего мира. Увидев фотографии и видеоматериалы этого, мусульмане поймут, с чем мы столкнулись за долгие годы и чего мы в итоге добились, освободив наши территории, земли и вернувшись к историческим корням. Также в ходе встречи Ильхам Алиев отметил: «Как вы знаете, в некоторых случаях Армения предпринимает попытки наладить связи или укрепить отношения с мусульманскими странами. Но я уверен, что мусульмане всего мира, увидев эти материалы, дадут сильный ответ своим правительствам, чтобы они воздерживались от любых контактов со страной, которая разрушает мечети, держит там свиней и поощряет исламофобию. Здесь могут быть политические или иные интересы, но я считаю, что все мусульмане мира, объединив свои голоса, должны послать агрессору мощный ответ о том, что то, что они сделали, неприемлемо и не будет забыто мусульманами», — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.